Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами опять я, Татьяна Василюк. Сегодня хочу предложить вам сделать снежинку из воздушных лепестков. Берем ленту отрезом 5 сантиметров, отрезаем два уголка сверху, прижигаем и закручиваем с обоих сторон. Низ складываем в одну сторону, закрепляем. Таких лепестков нужно сделать 6 штучек. Сейчас сделаем лепесток посложнее. Берем отрез ленты 8 сантиметров, два кончика складываем к серединке и выворачиваем. Зашиваем. Теперь два нижних края складываем вместе. И тоже зашиваем. Стягиваем и закрепляем нить. Такой получается лепесток воздушный. Из серебряной ленты делаем то же самое. Серебряных лепестков должно быть 5, белых 10. На основу начинаем вклеивать сначала длинные лепестки. Стараемся симметрично вклеивать. Между ними вклеиваем уже наши воздушные лепестки. Можете чередовать белый, серебряный, хотя можете делать как хотите. Серединку тоже из воздушного лепестка. И у нас получается красивая воздушная снежинка. Если вам понравилось, то не забывайте ставить свои лайки, писать комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новинки. В следующих видео я расскажу еще много интересного. С вами была я, Татьяна Василюк. До свидания, до новых встреч!